И буквально сегодня в нашу редакцию позвонили люди, которым пришлось переходить через дорогу по пешеходному переходу на Ленина в районе магазина «Славянский». Все дело в том, что дорожники, очищая проезжую часть от снега, сгребли его в кучу практически на пешеходном переходе. И людям как раз в час пик, чтобы обойти ее, приходилось передвигаться прямо по дороге. Причем звонившие в редакцию уверяют, что подобные неудобства коммунальщики создают чуть ли не по всему городу. И чуть ли не